Я думаю, что к нему приближаться не стоит, потому что я им ничем не помогу. Перезарядилась. Такс. А теперь бой. Перезаряжаемся. Где у нас головастенький-то? О, двое еще пришли. Интересно. А каким образом она их увидела? Так далеко-то. Вытащите меня отсюда! Что за шум? Да ладно! Вот кретин. И так аптечек нету. Их никто не это. Не прессует уже, ничего. Просто сдох в грузовике за километр отсюда их. Собутыльник. И этот сразу в панику. Как же, за водкой кто гонять будет? Начинает как бы бабу заставлять за водкой идти. Она не хочет, он ей в голову стреляет. Просто нормально. Та даже не оглянулась, ей пофиг. Тупаные идиоты. Я реально, я не понимаю, за кого я играю. У пришельцев почему-то паники как-то не особо... Не бывает никогда. А у этих вот дядек безмозглых каждый ход паника. Тут еще эти куда-то побежали, пришельцы, непонятно, может быть они оттуда вот, да, вот с той стороны обходят. Пойми, куда здесь прятаться, с какой стороны. Mind control. Окей. Допустим. Она что, не перезарядилась? С какого? А, понятно. Здесь прикрываем эту линию. Будем надеяться на лучшее. Что это было? Ладно. Со временем они, я думаю, приблизятся к нам, к нашим позициям, так что идти вперед не стоит, тем более укрываться вообще незачем. Вот где? Негде укрыться вообще. Жалко еще, единственный аптекарь сдох. Теперь не золотая шранки-то. Слышали? А вдруг этот мужик каждый второй ход будет в панику впадать? Так, ну началось. Началось косоглазие. Сейчас он будет стрелять, чё. Ему плевать, он попадет. Несмотря на полную щиту нашего мужика. Но, слава богу. Ой, это плохо. Вот это, знаете, по-своему весело, когда начинает гореть лифтер. Просто отлично. Ура! Хорошо. Так, ее не заденет, надеюсь. Да не должно задеть, в принципе. Поэтому оставимся здесь. И это оставимся здесь. Сейчас бабахнет. Бабах. Вот и минус единственное укрытие нормальное. А впереди еще... Впереди, блин, бесконечность целая. Ладно. Рывок сюда. Болевок туда. Да, я думаю, стоит встать сюда. А, здесь. Ладно, пройдем вперед. Малость. Всех на Overwatch ставим. А будете они что-нибудь запалят? Слышите? Чего? Урчание твоего живота.
потихоньку начинаем двигаться вперед. Здесь, я думаю, тоже стоит, в принципе, на один фланг ее вводить с остальными, потому что вы сами понимаете, чем заканчивается отделение игрока от общей массы. Он превращается сам в вонючую массу. Что там за звук? Текс. Ладно, пускай она здесь тоже стоит. Остальных обоих на Overwatch опять-таки. Не торопимся. Главное, не торопимся. Тихо. Вы что-нибудь слышали? Вот эти вот грузовики реально напрягают. Четыре угла, огромная площадь, с которой можно просматривать бойца. Вот, я не знаю, оттуда зайди, отсюда зайди, отсюда и отсюда зайди, не знаю. Лютонам вообще никакой проблемы это не будет представлять. Отступать-то некуда. Так, не туда. Сейчас посмотрим, кого мы запалим. Хм, никого. Открыть нельзя. Да, к сожалению, открыть двери нельзя. Какие-то барыги у них там, этот, блоки от кораблей лежат внутри. Так им и надо. Ой, это я зря. Это я зря. Ургент съел. Вот сейчас дамочки-то надают по голове. Вот так уже как-то реальнее. Поправка на ветер. Так, хорошо. На это я и рассчитывал, стреляя в него. На то, что он будет сваливать. Сюда вставать самоубийственно. Вот отсюда могут, я не знаю. Здесь скорее где-нибудь новый респ. Скорее всего. Поэтому вставать туда тоже нельзя. Но он сейчас будет стрелять, скорее всего. И попадет ведь. Нет, не попал. Сейчас рванет. О, да ладно. Грузовик тоже взрывается. Are you fucking kidding me? И так-то прятаться негде, они еще грузовик взрывают, скоты. Надеюсь, он не весь рванет, а? А то мужика будет жалко, хоть он и нытик. Да нет, весь он не должен взрываться. Это был бы на пол карты взрыв тогда сразу же. Это против правил. Так, ну теперь можно и вернуться, в принципе. Давай! Черт возьми! Корректирую огонь! Сюда бы было неплохо забраться. Ну, для снайпера позиция. Это мне не нравится. Это мне не нравится. Здесь не будет считаться захождение во фланг, если я вот так вот укроюсь. Сюда тоже не побежишь сразу же, потому что здесь, скорее всего, где-то скрипт запускания пришельцев. Чё они делают, ты труп? О, да он на Overwatch'е был, сейчас попадет. Нет, не попал, слава богу. Пока везет. А то знаете, как здесь. Один крит и все, и никакая там броня панцирная не поможет. Ну, я и не надеялся, что вы начнете справляться. Да ладно, вот это Сталлоне.
Фига себе, снайпером прикинулся, слушайте. Какой-то он нехилый парень. Его бы снять сейчас. Он решил отступить, интересно. Это может продолжаться бесконечно. То есть 30% не означает, что один из трех вы попадете. Гарантированно. Вам не гарантирует ничего. Так. Нахождение во фланг не считается. 25% еще лучше. Я это обожаю. Тем не менее, она попадает. То есть, я понял лишь одно в этой игре. Не смотри просто вообще, не смотри на проценты. И 97% тебе не дают гарантий. Сколько я раз это видел. Я думаю, стоит перезарядить пушки пока что. Торопиться опять-таки не стоит. Не с той стороны встал, сейчас могут во фланг зайти. Там что-то есть. Вот так вот пойдут и все. И тю-тю. Блин, вот начинается сложный участок. Кончается стоянка грузовиков, начинается немножко другой биом, если можно так выразиться. Здесь совершенно другие укрытия. Придется по два... очка действия потратить сразу же на то, чтобы вот сюда добраться, либо сюда, но по одному. Нет, девка вообще не убежит. Это еле-еле два хватит. Надо только вот это оставить на прикрытие, а эти пускай вдвоем бегут. Блин, это рискованно. Я думаю, там на оверочке кто-нибудь сидит. Даже никого не запалили. Интересно. Ладно. Пускай будет как-то так. Что там за звук? Я думаю, сейчас мужик увидит это все. Дело. Нет, не увидел. Хорошо, ладно. Блин, куда идти-то? Ладно, пока что встану за спинами этих. А, здесь крыша, они, наверное, поэтому не видят. Он же наверху, скорее всего. А здесь крыша. Ладно, попробуем протащить жопу этой тетки немножко вперед. Есть один. Хорошо, сейчас будет бойня. Я думаю, в этом ходу он нам покажется, сразу трое на него сагрится, но двое минимум. Двое минимум. Вы меня радуете вообще. Супер. Стабильность — это показатель профессионализма. Вы профессиональные лохи, я не знаю. О, да что за... Мы не можем зафиксировать его на датчиках. Он движется так хаотично. Это что за таблетка аспирина? Я чувствую, хана нам пришла. Господи. Этого в контракте не было. Каковы варианты вообще? Могу я куда-нибудь спрятаться подальше? Хорошо, если кто-нибудь там на Overwatch стоит. Ладно, плевать.
Плевать. Главное, как-то отступить потом. -2. А-а-а. Замечательно.